На дворе холодная осень, а на сцене Самарской филармонии жарко. Звезды балета из Санкт-Петербурга показывают постановку «Кармен Сюита». В центре событий трагическая судьба цыганки Кармен и ее двух возлюбленных Хосе и Торреро. Легкомысленность главной героини и горячность двух мужских сердец неизбежно приведут к трагедии. Предопределенность злого рока зритель ощущает с первых минут. Она во всем – свет, музыка, костюмы, острота чувств на сцене. Партию «Кармен», о которой мечтает едва ли не каждая балерина, исполняет солистка Мариинского театра Александра Иосифиди. Легкая, непринужденная, недосягаемая, как тайна своего же образа. Я с таким вот тоже чувствами волнения и радости, потому что в такое непростое время приносить людям радость, и чтобы они отвлеклись и тоже посмотрели такой прекрасный балет, там тоже и тема любви, и судьбы, и рока. И это очень все интересно. Яркая, насыщенная контрастами концепция балета рождена под влиянием неповторимой личности балерины Майи Плисецкой, мечтавшей о роли Кармен с начала своей сценической карьеры. В 1967 году состоялась премьера балета с ее участием. Роль Торреро исполняет премьер Мариинского театра Игорь Колб. Ему посчастливилось лично пообщаться с дивой танца. Майя Михайловна – это тот человек, который прежде всего поразил меня даже не сколько танцем, сколько подачей. Я надеюсь, что вы и будут дальше в балете такие личности, которые смогут до такого мега-масштаба раздвинуть границы сегодняшнего дня и остаться в истории. Однакный шедевр знаменитого хореографа Альберто Алонсо – это неповторимый алмаз балетного искусства 20 века. Ради искусства мы готовы на все жертвы. Я отработала полный день, но сюда иду в приподнятом настроении. Я люблю творчество, сама человек творческий. Триумфальное шествие «Кармен Сюиты» по театральным сценам мира продолжается до сих пор. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, «События».